Сыкунан, ты готов? Да, следующая пара у нас уже на помосте. Здесь Зелимхан Касаев. Кажется, за него болеет уже весь чат. Даже люди, которые не знали никогда, кто такой Зелимхан Касаев, потому что поддержки у него здесь действительно много. Еще он выходил на схватку под рык какого-то крупного животного, судя по звуку. Что, конечно же, да, добавляет антуража. Давайте посмотрим, что будет в борьбе. Противостоит ему Рамазан Шишабеков, также известный по прозвищу Ухо Грэпплера. И в своем, во время того, как мы снимали подкаст, он говорил, что его чаще знают даже без имени и фамилии, а знают просто как Ухо Грэпплера. Поэтому, если вы захотите когда-нибудь обратиться к Рамазану, то сначала скажите ему Ухо Грэпплера. Я думаю, для него это намного уже привычнее, чем его имя. Да, ну вот сейчас Зелимхан обращается к его халфгарду, пытается пройти. Не то чтобы особо успешно, да, так уверенно держит щит Рамазан. Ну, я скажу, что комментаторы прям активировались во время этой схватки. Поэтому продолжайте поддерживать борцов, ребята. Продолжайте болеть за своих товарищей, за тех, кто вам симпатичен как спортсмен. И нам всегда приятно читать и видеть поддержку спортсменов, потому что для них это очень важно, для них это важно осознавать, что их поддерживают. И я думаю, что если они будут пересматривать трансляцию, они будут видеть ваши комментарии и отблагодарят вас лишний раз за то, что вы их поддерживали в то время, когда они боролись. Тем временем отличный проход слайсом от Зелимхана. Оказывается, он в позиции черепахи с хедлоком. Переворачивает таким подобием ключа борцовского своего соперника. Не очень у него это получается. И снова черепаха. Такая, опять же, патовая позиция. Зелимхан, видимо, сейчас будет блокировать левую руку для того, чтобы ее обойти и зайти за спину. Рамазан этого сделать не дает. Ну, там пытка зайти за спину. Нет, ну, контрит эти действия Рамазан был, конечно, готов. Теперь он сверху оказывается. А там, тем временем, Зелимхан идет на ногу. Контроля нет. Да, Рамазан спасается из этой ситуации. Ну, заход был неплохой. Да, неплохая попытка болевого приема на ногу. И сейчас спортсмены сидят друг напротив друга. Очень интересно посмотреть. Такой обоюдный баттерфляй-гард. Да. Такая, знаешь, вот игра с ногами сейчас начнется. Но в итоге снизу оказывается Рамазан. Интересно посмотреть на то, что будет делать Рамазан снизу, потому что до этого он занимал позицию сверху. Да, вот. Мы все ждем атаки, конечно же. Мы ждем атаки от обоих спортсменов. Вот пытается что-то сделать Зелимхан, пытается зайти на ногу. Нам все очень хорошо видно, мы здесь рядом. Кажется, там есть контроль повыше колена. Да, попытка опять же. И вот оно, то, о чем мы говорили. Опять, к сожалению, спортсмены ударяются об технику. Ну, вроде бы без последствий, как для спортсменов, так и для техники. Да, что очень радует. Еще радует Зелимхан Касаев в смысле своей настроенности на болевые на ноги. Уже несколько раз он пытался туда заходить. Опять же, это к разговору о том, что мета на ноги. Сейчас мета все на ноги, безусловно, спортсмены да. пытаются сделать болевые приемы на ноги. Пытается Зелимхан взять опять контроль сейчас на левой ноге своего соперника. Не получается законтролировать ногу, он оказывается сверху. Но отсюда можно еще идти на ногу. Да, вот сейчас пытается законтролировать таки левую ногу. Ну, вроде Магомед все контролирует, вроде бы он все видит. Ой, прошу прощения, Рамазан все видит, все контролирует. Очень спокойно они борются, судя по выражению лица. Попытка захода на правую ногу в 4.11 сейчас была от Зелимхана. Да, видит все это Рамазан. Пока что он практически исключительно защищается в этих разменах на ногах. Но делает это достаточно уверенно. Ну что ж, мы ждем феерию от Рамазана. Снова он идет за хедлоком, пытается пройти гард. Не особенно это получается. Гард восстанавливает Рамазан. Да, да. С леглоками просто прикол в том, что можно, не проходя гард, атаковать своего соперника. Это прекрасно, это великолепно, это зрелищно. Сейчас это действительно такая мета. Вот прихватывает ногу Зелимхан. Контроля хила. Да, начинают с центра ковра. Сразу выкручивается Рамазан. Да. Ну да. Успешно, вот... очень быстро, очень технично выкручивается Рамазан. Я думаю, что даже... Да, в прямые размены на ногах он со своим соперником не идет. Видимо, Зелимхан действительно поопытнее, поопаснее, в смысле... болевых на ноги. Вообще такой именно вот submission only стиль у Зелимхана. Он всегда ищет прием. Вот опять фронт хедлок. Опять оказывается он в черепахе сверху. Отсюда может попробовать перуанский галстук заправить. Вроде бы неплохая попытка, но Рамазан тоже блокирует ее. Переходит на ногу, переводит его в гард. Очень плотный у Зелимхана этот захват на шее, прямо очень плотный. Опять идет он на удушку. И, кстати, вот сейчас может пойти, там классный захват под шею сейчас. И Рамазан выходит все-таки. Хотя казалось,
Зрители аплодируют, потому что те, кто видел, что произошло, понимают, что Рамазан попался в очень опасное положение, но при этом умудрился выйти, смог выйти. Да, гильотинка была такая классная, прям красивая сейчас. И респект Рамазану за выход из нее. Да, кажется, я начинаю понимать, почему наши зрители так ждали Зелимхана на ковре, потому что действительно интересная схватка получается у Зелимхана и у Рамазана. Да, Зелимхан прям атакующий такой. Да, прям видно, что он хочет завершить эту схватку, что да. Человек не борется на баллы, что каждая его атака, она нацелена на то, чтобы либо что-то оторвать, либо где-то что-то задушить. Снова идет в ногу, но в итоге сам получает дабл ашигарами. Рамазан уже пытался крутануть пятку, но не добрался даже до нее. Сразу Зелимхан прокрутился, изменил угол и теперь идет сам. Контроля пока нет. Контроля нет, спадает захват. Сразу комбинируется атакой на другую ногу Зелимхан. Боже, сколько же он делает попыток приемов очень за много, минуту. Очень много. Мне кажется, что все предыдущие схватки, только если суммировать по количеству атак, Зелимхан переплевывает в одиночку. И действительно интересно смотреть на подобную борьбу. Интересно смотреть, когда по ребятам видно, что они пытаются завершить схватку досрочно. Да. Не сушат. Рамазан. Попытка, если я не ошибаюсь, хил-хука. Зелимхан уверенно выходит. Да, была попытка законтролить ногу, да, которую бэкстепом разрушил очень быстро Зелимхан. Сейчас он сам находится сверху. У него неплохая такая позиция. Он прижал своего оппонента к полу. Есть контроль головы, есть контроль левого плеча. Если освободит каким-то образом сейчас свою правую ногу, то очень даже может пройти гард. У нас уже считаются баллы, так что за этот проход гарда можно и набрать баллов. Но там такой замок у Рамазана, я не знаю, кого раскрывать. Да, сейчас вытащил ногу Зелимхан. Сразу маунт. Да. И сразу ручной треугольник. Рамазан защищает телефонной трубкой, надолго ее не хватает. Интересная завязка. Пока что это контроль, это не то, чтобы такой удушающий прием. Там уже нету захват на ручной треугольник. Ну, при этом, да, Зелимхан и Рамазан показывают огромный высокий уровень, насколько конкурентная борьба, насколько ребята хотят завершить эту схватку досрочно. Да, есть такой прихват, как на рир-нейкед чок у Зелимхана. Нет позиции для рир-нейкеда. Вот сейчас уже есть спина, есть у него бэк-контроль, есть треугольник на корпусе. И сейчас будет просто война за шею Рамазана. Да, интересно, как Рамазан будет выкручиваться из этой тяжелой позиции, в которую он попал. Выкручиваться очень сложно, потому что у него на корпусе треугольник. С другой стороны, Зелимхан сам этим треугольником лишает себя подвижности. Ему остается только вот атаковать. Только душить. Но судя по борьбе Зелимхана, он только и настроен на атаку. Да, только и настроен на удушающие приемы. Ему, в принципе, больше ничего и не надо. Мне кажется, он сюда пришел побеждать досрочно. Он сюда пришел душить и ломать явно таки, да? Я вообще надеюсь, что все, кто сегодня пришел сюда бороться, пришли именно за этим, чтобы радовать зрителей. Да, очень интересно смотреть на этих ребят. Очень хорошую борьбу показывают. Вот сейчас Зелимхан пытается растянуть и задушить Рамазана, но Рамазан при этом тоже... Рамазан уже вытащил свой корпус. Сейчас он может, кстати, уйти с этой позиции вполне себе. Есть кимура грипп у Зелимхана, насколько я понимаю. Да, и если я правильно понимаю, то Зелимхан лидирует сейчас по баллам. Да, по баллам-то он ведет однозначно. По баллам он лидирует, да, и... Поддерживает публика спортсменов. Да, потому что схватка действительно очень интересная. То есть здесь присутствовать вживую, это чувствовать напряжение от спортсменов, чувствовать их энергетику. И есть кимура грипп, которого ведет сейчас Зелимхан на рычаг локтя. Есть спайдер-веб. Попытка, Рамазан. Там очень хороший контроль сейчас. Зелимхан очень может вытащить отсюда руку, но классно контрит все Рамазан. Выходит наверх, вставляет свою ногу. Эту ногу пытается убрать Зелимхан для того, чтобы получить контроль над рукой, но нет. Опять же, для меня это максимально удивительно, насколько Зелимхан пытается максимально приложить усилия для того, чтобы завершить эту схватку. Да, всегда ищет сабмишн. Всегда ищет сабмишн, только атакует. Вообще не борется для положения. У него каждая атака, она нацелена на то, чтобы сделать болевой, сделать удушающий. Очень приятно смотреть на этого спортсмена. Да, опять был спайдер-веб, но Рамазан в итоге засунул туда вот эту вот свою ногу, отжал Зелимхана, лишил того плотности, и мы начинаем практически сначала. Очень много было атак от Зелимхана, в итоге защищался от всего Рамазан, было очень сложно. И сейчас, смотри, опять продолжает атаковать Зелимхан. Да, хотелось бы увидеть Рамазана в атаке, потому что Зелимхана в атаке мы уже увидели. Рамазан чудесно защищается, хотелось бы увидеть такую же чудесную атаку от него, посмотреть,
сможет ли он что-то противопоставить Зелимхану, потому что пока что от Рамазана, к сожалению, не было попыток выйти на прием. Да, и Зелимхан, более того, ведет по баллам, поэтому активничать надо именно Рамазану. Да, Рамазану нужно побеждать, нужно вырывать эту схватку, потому что времени осталось не так много, как я понимаю, и он проигрывает. Нужно показать себя, нужно противопоставить что-то Зелимхану. Он проигрывает, работает снизу, держит гард, и вот Зелимхан так легко достаточно проходит, будет ли фиксировать позицию. Не, он не фиксирует позицию, он сразу идет за шеей. Я уже не удивляюсь. Зачем фиксировать позицию, если можно сделать Кимуру? Кимура грипп, отлично. Опять идет на рычаг. С Кимура гриппа, да, приходит на рычаг. Хорошо, очень хорошо. Очень опасная ситуация для Рамазана. Очень опасная. Зелимхан. Да, видишь, нет хорошего контроля правой ногой, правая нога внутри, отсюда можно пробовать в треугольник. Ой, попытка амбара, выходит Зелимхан. Да, но Рамазан все-таки супер. Ребята, реально, ты понимаешь, почему спрашивали? Еще опять на амбар идет Зелимхан. Ты понимаешь, почему спрашивали про Зелимхана? Теперь я тоже всегда буду спрашивать, когда борется Зелимхан. Да. Потому что это реально интересно. Идет на колено, сейчас, может быть, будет пытаться щемить икроножную, нет, такой позиции наездника сидит. Одно я знаю сидит. Точно, что-то он будет пытаться щемить Рамазану. 100% он будет делать какой-то прием. Да, вот смотри, прием. На 4.11 классно сейчас заводит ногу, и время заканчивается. Время закончилось. Ребята показали суперсладку. Это что за грэпплинг сегодня в нашем доме? Очень красивая схватка. Какое-то максимальное количество атак в единицу времени. Да, я поздравляю Зелимхана с этой победой. Также я поздравляю Рамазана, потому что сегодня он показал очень высокий уровень борьбы, очень много раз выходил из опасных положений, защищался просто вообще высочайшем уровне. Просто супер. Ребята, молодцы. Я думаю, что ты со мной согласишься, что на данный момент это самая интересная схватка, которая была. Самая крутая схватка, которая была на этом турнире. Я искренне надеюсь, что кто-то из последующих участников покажет схватку поинтереснее, чем это. Но пока что моя симпатия как зрителя уходит участникам этой схватки. Зелимхану Касаеву, Рамазану Шикшабекову. Знаешь, вот Зелимхан – это тот тип парня, который просто нагружает твой процессор так, что ты в какой-то момент начинаешь тупить и отдавать прием там, где ты бы его не отдал. Рамазан не затупил в течение всех 10 минут. Да. За что огромный респект. Да. Столько попыток от Зелимхана сделать сабмишн, это прям великолепно. И притом он